На ковре-самолете с Марьей Ивановной? Легко. Будешь хорошо учиться, попадешь в сказку. Еще больше веселых идей ждут тебя на канале Пикатрик. Подписывайся и смотри полезные лайфхаки и смешные рецепты. Лови ссылку в описании. Это волшебный клей Джек-Джек. Будь с ним осторожна. С бутылочки клея снимаем этикетку. Сверху клеим белый лист самоклеящейся бумаги. Рисуем на нем малыша Джек-Джека. Раскрашиваем акриловыми красками. Носик бутылочки окрашиваем золотистым акрилом. Приклеиваем ушки из картона. Из черного картона вырезаем маску. Немного клея на пальцы, и у тебя сразу появляются суперсилы. Телепортация без труда. Пройти через стены за кисточкой, пожалуйста. Сжечь глаз от гнева проще простого. Аккуратнее с огнем. Мария Ивановна – лучший пожарник. Добавим магии на урок. Это крюк-карандаш Мауи для учительницы. Посмотрим, что будет. Из воздушного пластилина лепим форму крюка Мауи. Внутрь вставляем карандаш, оставляем застывать. Застывший крюк окрашиваем белым акрилом. Рисуем характерный узор Мауи. Из коричневых ниток мулине делаем петельку и обматываем основание крюка. Когда обмотки будет достаточно, пропускаем нитку в петлю и затягиваем петельку. Обрезаем лишнее. Посмотрим, что это за новый девайс. Неужели карандаш? Попробуем. Ой, что происходит? Единорог? Помогите, я не хочу оставаться собакой. Ой, верните меня на место. Девочки в восторге. Марья Ивановна сегодня очень рассеянная. Эй, а где все мои вещи? И куда подевался малыш Глобус? Кого-то Марья Ивановна нам напоминает. Точь-в-точь мистер Картофельная Голова, который тоже терял все вокруг. Из полимерной глины лепим детали картофельной головы из истории игрушек. Запекаем в духовке по инструкции к глине. Окрашиваем остывшие детали акриловыми красками. Пластиковое яйцо покрываем изнутри акрилом. И приклеиваем на термоклей все детали картофельной головы. Внутрь складываем скрепки. Марья Ивановна, для вас подарок! Этот маленький органайзер поможет собрать все мелочи. И он очень похож на вас. Сомнительный комплимент, но Марье Ивановне нравится подарок. Скрепки она точно больше не потеряет. Какие красивые стикеры. Да здесь целый таксопарк из Radiator Springs. На пачке стикеров обводим силуэт молнии Маккуин. Вырезаем стикеры по форме. Сверху приклеиваем распечатанное изображение тачки. Делаем стикеры с разными героями мультфильма. Дашь погонять одну из своих тачек? Без проблем, бери вот эту, обожаемая Трейс тачек. О, кто к нам пожаловал? Какая честь!
Марья Ивановна, как Рафики, посвящает Меган в короли класса и дарит ластик новорожденного Симбы. Из желтого ластика вырезаем наскальный силуэт Симбы. Акриловыми красками рисуем детали. Это круг школы. Поклонитесь новому королю класса. Иди учись, Симба. Марья Ивановна заскучала. Вот бы сейчас оказаться в сказке и пролететь весь мир на ковре-самолете. Какая романтика и красота, но это только мечты. Или нет, у Марьи Ивановны тоже есть волшебный ковер. Распечатываем изображение волшебного ковра из мультфильма «Аладдин». Вырезаем трафарет. Наносим узор ковра по трафарету на лист фоамирана. Используем акриловые краски. Прорисовываем детали. По углам приклеиваем кисточки из декоративной тесьмы. Канцелярский стаканчик оборачиваем ковром. Фиксируем термоклеем. Верхние уголки отгибаем и дорисовываем детали золотистой краской. Эй, ковер, полетели! Но органайзер отказывается летать. Это не ковер самолета, а ковер-стакан. Очень жаль. Что Меган прячет за дверью? Что-то запрещенное. Она ведет себя, как Салливан из корпорации монстров. О нет, она принесла в школу собаку. Это против правил. Сейчас нам влетит. Не оставляй меня с этим животным. Ой, какая милая собачка. И какой славный у нее пенал Майка Вазовски. Пластиковую полусферу окрашиваем зеленой акриловой краской. Из зеленого фетра вырезаем круг, руки и ноги Майка Вазовски. Приклеиваем молнию по всему периметру полусферы. Вклеиваем внутрь руки и ноги. Вторую сторону молнии клеим на фетр. Чуть подрезаем молнию, чтобы она легла ровнее. Сверху приклеиваем петельку и шнурка. Закрываем ее кружочком фетра. Из фоамирана вырезаем детали мордочки монстрика. Приклеиваем глаза, рот, рожки и ногти. Дорисовываем рожки и ногти карандашом. Собачка подарила мне пенал Вазовски. Я не могу на нее злиться. Мэг опоздала на урок. И забыла всю свою канцелярию. Одолжи мне карандаш. Листик. Линейку и хорошую память. Для такой забывашки у меня есть подарок. Альбом с рыбкой Дори. Делаем шаблон рыбки Дори. Приклеиваем двусторонний скотч. И обтягиваем синей тканью. Вырезаем детали из фоамирана. Приклеиваем детали на рыбку. Мячик для настольного тенниса разрезаем пополам горячим ножом. Акриловыми красками рисуем глаз. Приклеиваем глаз на рыбу. Рисуем точечный узор на носу.
Нарезаем листья бумаги по форме рыбки. Собираем альбом. Шилом прокалываем отверстие для крепления. Соединяем альбом кольцами от старых брелков. Ты сама похожа на рыбку, Дори. Вечно все забываешь. Запиши все в новый альбом, чтобы лучше запомнить. Сегодня в школе бурлят настоящие эмоции. Наша учительница – это гнев. А мы разделились на печальку и радость. И у радости есть эмоциональные восковые мелки. Обломки восковых мелков растапливаем в силиконовой форме полусфер. Застывшие полусферы соединяем капли растопленного мелка в целые шарики. На коробку от кнопок клеим распечатанное изображение радости. Складываем внутрь мелкие шарики. Мелки радости особенные. Как только начинаешь ими рисовать, настроение сразу улучшается. Проверено. Теперь у всех хорошее настроение. Понравилась наша канцелярия? Тогда пиши в комментариях, какую сказочную канцелярию ты принесешь в школу. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи для школы на канале Трум-Трум.